Всем привет, дорогие друзья, вы на канале «Смотри, учись», с вами Миша Егор. Сегодня у нас фантомочка, давно этого героя не записывали, тут довольно-таки прикольно. Прикольная фантомка будет, потому что здесь будет куча киллов, и при этом это еще и оффлейн фантомка. Тут вообще в целом линии прям супер нестандартно поставили. Получается, четверка кентавр, тройка фантомка. Даже не верится, что это супер хай вирага. Вот, это играет Рамсес, и причем он играет в пати с Соучем. Два тиммейта как раз вот тренируются. Собственно, Рамзес сейчас он играет на оффлейне, на турике. Соответственно, перед этим туриком вот он тренировался на оффлейне. Поэтому он и фантомочку пикает на тройку именно. Ну, а по поводу кентавра, это уже даже чуть-чуть попривычнее стало. Потому что многие вот там на просцене пикают кентавра на 5, кентавра на 4. Это реально очень крутой герой. Вот мы реплей регулярно смотрим и... зачастую замечаем, насколько много импакта вносит кентавр, будучи там пятеркой либо четверкой. Что там, по сути, ну, ты свою функцию идеально можешь выполнять по игре. То есть тебе просто нужно выдать стан, нажать там иногда ультимейт, кого-то подсейвить. И, в принципе, этого импакта хватает. Ну и это милишник. Опять же, на линию с каким-нибудь ренжом, например, можно для него фронтвейнить. В общем, довольно-таки прикольный герой. Там куча хп регена. То есть он действительно... порой даже круче смотрится, чем на 3. Кентавр сопортящим. Вот, ну и, в общем-то, научимся играть на 7-3-4-е фантомочки. Всем заранее приятного просмотра. Всем привет, очень крутой старт. Стартнул с ПБшки. Интересный стартовый закуп. Взял себе Блейдстоун. Не докупая атрибуты. Достаточно редко я лично вижу такие закупы на фантомке. Это очень смело, очень рискованно без статок стартовать на героя, у которого... настолько маленький полустаровье, настолько слабая тычка. Ну, тычку, опять же, Блэдстоун компенсирует. Он снижает броню, урона становится больше. Но вот с пулом хп, с пулом брони не делает ничего, как и с хп-регеном. И как бы сразу же ПТшка, потом БФ. Вообще не размышлял на тему каких-нибудь вас дизоли и так далее. А не всем понятно до сих пор, хардовая ли это фантомка или кири с харды. Здесь какая разница, он в любом случае играл бы как кири. Рамзес стиль игры такой. Ну и Валору, в принципе, как коры пикают на первую позицию. Тем более, что тут я себе заспорил, сразу будет керри билд Валоры. Вообще не задумается о том, чтобы играть какую-нибудь вспомогательную данбрейкер. Ну, когда они квалификации играли турику, они, ну, собственно, так и делали. Они просто пикали Рамзесу керри на оффлейне, так сказать. Он там на наге играл на тройке. Вот, прекрасно себя чувствовал. И сейчас турик тоже проходит, на который они отобрались. Продолжают пикать именно керри на тройку, только вот там уровень команд намного больше, поэтому они всем проигрывают. Так, мы, кстати, убили здесь тренда довольно-таки кайфово. При этом кентавр вышел, фантомка тоже. Довольно-таки приятно. Вот, ну и, собственно, пока тут пачку держит, продолжим после небольшой паузы. Вот и зима наступила, самое время открыть список желаний и выбить долгожданную аркану на Снегурочку. А в этом вам поможет эпики с новыми линейками сундучков, и открывая сокровищницы, ты можешь попасть в топ-10 за день или за ивент и получать дорогие шмотки. Боевой пропуск за 300 рублей также никуда не делся, но по нашей ссылке ты получишь его бесплатно, а за прохождение всего БП ты получишь ДК-хук. Также никуда не делась мини-игра Treasure Hunt. Бесплатный режим. Помоги Кункевичу дойти до сокровищ за 4 хп и получай шмотки, сундуки и самое главное шаги, которые можно копить в ближайшие пару месяцев и открывать за них мега рундуки, где лежат клевые вещи. Играть можно каждый час. Ссылка и промокод на 15% к пополнению и экстра попытка в мини-игре находится в закрепленном комментарии. Удачи! Очень странный игрок на тренде. Во-первых, берет на себя гораздо больше, чем можете позволить. Во-вторых, вот эта спущенная линия, это заслуга во многом того, что он похерил рыжевого крипа своим вторым скиллом. Плюс загрел на себя крипов дополнительно. То есть то, что сейчас спектра стоит АФК, заслуга целиком и полностью у Трента. Трент даже лучше сопротивит фантомки, чем кентавр по итогу. Хотя кентавра очень хочется хвалить. Гранатки, к сожалению, не оказалось, хотя даже с гранатой, скорее всего, не вывозили. В целом, от Рамзес движение странное, потому что... знал, что у него пачка под тавром. Пробитая спектра, не факт, что этого стоило. Надо посмотреть, есть ли ее чем хилить. Да, ее есть чем хилить.
Тогда на мой вкус мув неоправданный, но спорить с проигроком непросто. С бекаря прям очень тяжко. Даже к крипам подходить очень больно. Все ресурсы сразу теряет. Ну, анфоловый же, по сути. Бачка сейчас под тавром благодаря пулу. Ой, кентавр, насколько вездесущий. Офигеть, как вообще можно вот так спокойно сходить мид-загангать на кентавра? На медового боника вообще. Медовый боник, по-моему, только в руках Топсона работает, это через раз. Да-да. Кстати, любопытный билд. То есть он себе сначала взял коронокопию, а теперь берет ПТ-шку. Чисто, видимо, чтобы регениться на линии. И, скорее всего, в моменте, когда у него там... Когда он купил эту коронокопию, он там хотел оба ресурса восстановить. Возможно, в этом логика была. Такой чисто вот как... Раньше вот любили очень персик купить. Очень рано, чтобы чисто порегениться. И, кстати, круто подловили. Трента фраг, правда, не оставил на кентавре. Мне кажется, мог фраг оставить спокойно. Но какая же... Он второй раз не оставляет. Да-да, но кентавр, капец, конечно, жуткий герой сейчас. Реально его на ФП просто берут. И потом можно по игре смотреть, на какую линию ставить. На 5, 4, 3. Герой прям идеально подходит. И подъезжает уже ПТ-шка хитаться с фантомкой. На 10 хп регена. ПТ вообще невозможно будет. И скорее всего попробую сломать вышку. Медовый боник сомневаюсь, что много импакта внесет, если попробует фантомку гангнуть. Но с другой стороны всегда есть Марти Гримстрок. Ладно, нет Марти. В этот раз фраг достался. Очередное убийство на этой линии. Уже 5 киллов оформили чисто в боте. Ну, очень много дерста. Опять же, кентаур. Первый, второй. Нажимает, там куча дэмэджа влетает. За короткий промежуток. Вот, ну и от фантомки тоже. Под бойдстоуном. С ПТ-шечкой. Редкликает сочно. Начал уже себе потихоньку максить второй. Лейнинг стадия закончилась по ощущениям. Он тауэр уже сломал. На 7 минуте. Это очень крутой тайминг. Соответственно, с макшем вторым он может чуть лучше качаться. Кортик он в основном берется там либо в 3, либо в 2. 4 никогда не берется. Капец, халява. Он прям подзаряженный фокус прилетел. Причем сомневаюсь, что Рамзес был наверняка уверен, что он хочет здесь... Руинзи игру Марси, потому что вероятность на фидонить есть. Но думаю, доволен содеянным. Кстати, опять фокус. Есть стан. Благополучно забирает. Килл, правда, опять не оставляет соло. Вот в этом моменте не факт, что получилось бы как-то килл дать. На тоненького, на самом деле, они этот фраг под вышкой сделали. Ой, тут Валора керри, наконец-таки левел 6 апнула. Вот это поминки. Есть чем отвечать на... Пишет Гоэн. Тут реально попробуй не напиши. И килл достается, и Марси левел 5. Марси, причем дела и так были плохи. Когда он пришел на бот, вот он 3 раза появился на линии, меньше чем на минуту. 3 раза отлетел. Кстати, интересно, он как будто хотел оставить... Для Валоры пачку, но Валора сама не захотела. Ну, кстати, пачка довольно-таки важная. Тут уже ДПФа не так долго остается. Тайминг очень крутой. Ну, плюс еще похилился, благодаря второму скиллу. Кстати, увидел Трента. Аккуратненько отошел, мало ли там. Кто-то еще за Трентом стоит, но спалился, что Вижен. Что без этого Вижена он бы не стал так резко убегать. Отвел крипов, чтобы кач здесь небольшое получить без траты ресурсов. Мне кажется, с лотосом поспешил.
С одной стороны, он только что был разбит, с другой стороны, корнокопия никуда не делась. И сразу же нейтралка выпадает. Какой же это кайф. Еще и лучшая нейтралка для фантомки. Ну, перчатки дуэлянта, если ты играешь активно, еще могут конкурировать. Но для лесного фарма, мне кажется, Спарк топ-1 не обсуждается. Не знаю, чтобы покачаться, как будто покруче все-таки Спарк. Так, кстати, кикбай Манта. Есть для Манты хорошая игра, играет против Трента. Дезурик Аним как-то понятнее выглядел бы. Против второго грима не прокатит Аганим, конечно, но... Нажмет ли этот грим вообще второй, если фантомка Аганима? Ну, посмотрим, но, в принципе, для Манты, по крайней мере, понять можно. А ведь Боник еще тоже может какой-нибудь арчит в будущем взять. Зная РМЗ, здесь Кади должно с нулевой в кикбае быть. Тебе не кажется? Ладно, юмор не моя фишка. Ну и пока, собственно, просто качается. Опять же, с таким ранним бэфом. Ему спейс создают. Будучи оффлайнером. Это, конечно, забавно. Очень кайфово с оффлейна быть кором, потому что рядом древние. Алхимики этим пользуются. Наращивают себе левела быстро. И алхимик даже с минимум шмоток, но с левел 12 абсолютно непробиваемый персонаж. Еще и колба с талантом макшенная. Макшенный первый. Спектра, кстати, камбэкнула. Она там в нескольких хилах поучаствовала. Стрики даже забила. То есть там сейчас будет БМ на спектре. БМчик выглядит довольно-таки неприятно, будучи фантомкой. Это может быть проблемой. Так, кстати, хочет подраться. Но очень аккуратно позицию держит. По итогу подошел, чтобы его ура ультанул, и какие же поминки. Вот эта красота, забайтили очень жестко. На новом брейкер. Даже типнули ее. Байт реально оправдан. Под ультимейт кентавра, под ультимейт лавора. Драться гораздо легче. Фраги, правда, не достались, по-моему, вообще ни одного. Да. Непонятно как. Еще так хотелось ДД-шку выпросить у Пенгальера. На панга прям моментально туда побежал. Но в любом случае, он тут ДД-шку максимум в лес бы мог отнести. Все-таки кирс харды. Обычно Яшу, кстати, из Блейда покупают, а не из Бенда. Примечательно, что решил быстрее взять себе атрибуты. И Блейд привез уже только с рецептом. Ну и как же легко этот спот стакается. Что про такой же спот за команду Реден не скажешь. Ну, вообще на 58-й этого отвел. Успел застакаться. Реально, халява. Соло вряд ли, наверное, силец. Хотя, пробуется шика. А, действительно. Эскейпов-то нету, Марти. Ну да, слушай. Я вообще-то думал, что дэм уже поменьше будет. А прям вообще без труда. Забрал. Причем ультимейт на большой спот. Мистер Мораль, заработай. Но это, опять же, не выглядит как момент тильта. Это выглядит как момент отчаяния. Посмотрим после... С этой смерти после типа, останется ли он мистером морали? Опачки. Опа, а это как похоронная может выглядеть. Ну это два а сапика. Точно, Валора, я совсем про нее забыл. Мать твою. Как больно быть саппортом. Если бы какая-нибудь спектра прилетела, возможно, фантомку бы и убили. Но у спектра и ультимейт был КД. Если они в два сапика... Слишком много о себе возомнили. Гримстрок, мне кажется, жука крайне кривого дал. Но у него не было обзора, что тут нет крипов, на которых фантомка может упрыгать.
Ну и против Даунбрейкер действительно сложно вот такие пиков делать, потому что она подсейвит. Это уже дважды или трижды, по-моему, произошло, когда вот просто вот так вот батят на ультимейт Вора и всех выносят. Так, и, кстати, чуть-чуть до манты осталось. Блин, ну тайминг, конечно, вообще жуть. Учитывая, что это Сафуэйна фантомка. И уровень очень большой. Уже есть манта. Увидел, что тут соперники стягиваются, может попробовать файт организовать. Ну и судя по всему, это телепорт оправдан. Он тут супер своевременно подошел, у него бы, скорее всего, все союзники погибли. А так он просто пришел, собрал урожай. Просто гляньте на это, и все, Бьянка Двайк уже 10-0-8. Вообще безупречно все складывается. И фармит под вражеским Т3, может себе позволить, когда 4 героя в таверне. И дальше QBA, БКБшка, шарты на Лифайр. Шард обязательно здесь против спектры. Кстати, не убивают курьера, ждут, когда что-нибудь купят. Нет, Рамзес не стал ждать. Я помню Даха, как ты на Изи стоял рядом с курьером Морфлинга. И матерился, что Морф не хочет тебе ничего купить. А как? А откуда дэмэдж? Чтобы за того удара убивать. Я понимаю БФ манты, но как будто бы чуть-чуть поменьше должна фантомка дамажить. Ну и как будто криты неадекватно часто вылетают. О, еще и спектру. Да, это важно. А у спектры тормоза слетели в этом без суфармить. Офигеть, ну как же... Блин, вот реально лучшей игры не придумаешь. Просто куда вот он не пойдет, он просто реально везде урожай собирает. Уже 12 киллов. И это еще даже близко не предел. В первую очередь смотрим эту игру из-за количества киллов, и здесь как раз вот киллов будет прям очень много. Я уже и не помню, когда мы последний раз такое количество киллов видели, собственно. Редкая такая игра, довольно-таки. Ну, чтобы именно так часто фрагать. Ну и крайне при этом редко видим, чтобы настолько игра шла. Вот что бы он ни делал, все у него получается. Ну да, ну и причем ведь... Еще вот эти 10 ассистов у него, то есть там нужно было бы больше даже киллов, если бы ему оставляли. Капец, как спектра как уже... явно не мистер Мораль. Спектра просто в нереальном тильте. Прикинь, ее сейчас в лесу убили. Потом вот здесь, под Т2, блин, вообще места не могут найти. Ему даже БМ нажать не дали, причем. Так, реализация манты. Гем нереально круто выглядит. Когда игра хорошая, чтобы контролить вижен. Ой, связали, он рассчитывал прыгнуть на Кнеса. И придется погибнуть с гемом. Хотя бежит, но Валора не бежит навстречу. Валора поздно. Поздно. Закидал ночь. Ну ладно, это за два выкупа, то есть нормально. Но экспы заплатили, конечно, сумасшедшее количество. Там выкуп дешевый на такой минуте. Да-да, ситуация для Radiant в плюсе, но для Dire сносно. То есть нет такого, что прям закидон, после которого игра может быть проиграна прямо сейчас. Но получили возможность противники подышать, залутали 5000 экспы, забрали гем. Ну да, Бьянка Дурак все-таки. Невероятно круто все сделал. Связал кого нужно, продержал хорошо. Кстати, вольтайбер МЗС посидел немного. Ну, только резнулся уже сразу же. Начинается хороший файт для него, хочет прыгнуть на Валору, но Валор разрывает дистанцию, и гем, кстати, вернули на место. Требует свой гем обратно. А тебе не кажется, что он может сейчас передумать с БКБшкой в пользу Дизоля? Какая-то смерть другого Боника. Как будто дэмэджа хватает и без Дизоля. Но дэмэдж просто какой-то неадекватный. На криты, вот, реально... блядь. Да. Как Гарри Поттер. Мне... Все это у тебя получается, Гарри. Все-таки БКБ мне больше нравится. Потому что, ну реально, дэмэдж же нормально так. Вот, на всякий случай, там где-то не подфидить. БКБ чуть понадежнее будет в этом плане. Как мне кажется.
А. А там Дизоль, что ли, все-таки заказал? Куда-то деньги пропали, да, все-таки Дизоль. Эх. А я надеюсь, на БКБ. С Дизолем не обязательно файт заходить, особенно если он агонимчик себе купит. Это вечная проблема всех фантомок на всех рангах. Еще пруд считается вражеским зданием. Пруд лотосов, имею в виду. Талант на 15-м. Взял как обычно. Хотя справа можно было бы посмеяться. Особенно если без БКБ играешь. Ну, кстати, с задашкой там вообще... Ой, не задашкой, дизелятором, там вообще затычку умирают герои. Насколько клинс герой недоразумения иногда? Пошел тут искать Трента. Ой, а Трент даже не стал пытаться сбегать. И 6 зарядов дизоля, клинс без инвиза, ходит как хромая улитка. И спокойно капец. Доедает его даже без критов. 8 зарядов за один файт. Какая же резня, 20-я минута, 17 кивов. Как будто кастом какой-то смотрим, 2 гема. Ломбард может открывать с таким количеством камней? Ой. Херню сказал. А что он может открывать? Магазин, наверное. Ювелирный, да. Но в ювелирке, опять же, не продают камни, по моей памяти. Сколько я был? Нормально, смотри, 2 мудрости залутал. И гем положил на землю. Все, заначка на будущее. Если что, сольет вдруг гем, курьером себе новый сразу притащит. В безопасном месте. Ну, хотя, с другой стороны, сапики будут сюда время от времени прокрадываться в надежде найти руны мудрости. Доминирующая команда зачастую вот так вот на руны мудрости забивает. Вот и Рошанчик. 17 тысяч преимущества. Ой, 17 тысяч. А, ну, кстати, преимущество тоже. С Нетворса. Фантомка просто в два раза больше меня, чем спектра вражеская. Понятно, да, при том, что в спектре 3 комбичных ситуации были. В спектре, в принципе, такой нетвор, знаешь, средний, тяжелой игры. Все равно X2 от ее нетворса. Грим мертвый отжать не может. 12 зарядов. Очередной байт под Вавору. Че, фантомка сейчас герой такой довольно-таки слабый, ее очень редко пикают. Но просто они вообще не берут по моей памяти. Вот, стрим Ватсона смотрел топ-1 ранг. Что за шакалы? Молчу. Когда он вот этот челлендж выполнял на 35 ММов за 24 часа. И вот он один раз фантомку пикнул и сказал, типа, блин, ошибся, мертвого героя взял больше. Не повторю этой ошибки. А вот фантомка просто с оффлейна. Настолько нарезку устраивает, да. Ты считал последний нерв фантомки оправданным? И некоторые прошники тоже считали. Опа. Он сейчас доиграется, если под фонтан опять пойдет. Там БМ! Ну ладно, Эгис есть. Сойдет. А БКБ-то нету? Ну, там, по идее, кнопки закончились. Ты тронта нету. Заказал себе курьера. Может прыгнуть, если вивер не подойдет. Вивер подошел. Вот это тильт. Ладно, стампит за работой. Как будто пора убегать. Если бы было... Ой-ой-ой. А зачем? Слушай, вот сейчас я хочу сказать, что эту игру можно проиграть. После произошедшего. Давай посмотрим на убийство кентавра. Виверы ходят и давай плюс 60. Опять ничего не произошло гем в это время. Но у него гем заначки есть. Ну, 2000 голды опять за фантомку заплатили. Ждет, когда тренд вылезет. Давайте глазами Трента. А Трент вообще в другом месте карты.
Гемчика бы вернуть. И БКБшку или Аганим. Башер. Башер, конечно, крутой айтем. Он дешевый, дает много. Но не настолько, чтобы играть без Аганима, без БКБшки. И в целом Башер конкретно на фантомке мне зачастую нравится меньше, чем на большинстве других героев. Там Вивер, кстати, на керри уже похож. Видел закуп Вивера? Нифига себе. Ну-да. А ведь реально убедительно выглядит. Как будто на Клинксе каком-то тоже играет. Саппортящим без сапога, там, с ауром. И потом ну, просто... Ну, Клинксы бы тебя. Ух да. Постепенно там кора переодеваются. Дизон, нулифайр, ворчит иногда. Оп, даблки улегчайший. КДА прям растет. Теперь еще будет БКБшка. Умереть будет чуть сложнее. Против будет мэвов. БКБ должна помочь. Так, надо БКБ дождаться, и можно попробовать принять эту драку. Даже там 3 в 5 в теории. Мне кажется, может попробовать. Затвижно. А, он его с пэшем убил? Офигеть. Даже вижу, не пригодился. Нормально. Ну, сейчас придется, наверное, качаться пойти. С БКБ в кулдауне он может спокойно нафидить. Там контроля достаточно. Опа. Да, сделай-ка 10 секунд назад, на спектр уперился. Тут тренд прям удачно поставился. За время коста ему второго скилла отлетел. Две тычки. И все, срубил дерево. Угу. 26 килл. Практически один килл в минуту. Ну вот, блин, опять же, вот эти ассисты, конечно. Всю картину испортили тут реально. Куча еще фрагов могло было быть. Немножко нетерпеливый этот Рамзес бегал на бот. Талант на 20-м тоже выбирать не стал. Взял обычный на скорость атаки от Фантом Страйка. Невероятно мощный талант, своя скорость атаки у Фантомки, как видите, крошечная. Под вторым столом с этим талантом. Невероятно мощно выглядит. Отчистил немножко грима, как же хороший вивер. Дает столько вижена. Супер мобильный герой Фантомка. Кстати, ультфавор такой немного. Да не, немного рано. Ой, БКБ, БКБ же КД. Там 5 секунд БКБ КД был, офигеть живет. Зло близко. Какой же цирк иногда игра превращается, но цирк веселый. По крайней мере, он умирает именно потому, что он бычит. Но это все больше и больше похоже на игру, которую можно проиграть, тебе так не кажется? Ну, чем больше киллов набьет, тем интереснее. Давай еще раз 20... 60. 29 киллов. Уже имеется. Причем сделаем то же самое на 3 секундочки позже. Игра бы уже закончилась. Так что радуемся, что с тормозами беды. Фантомка отличный герой тоже Детерментра, если у нее есть дизоль или если кто-то может снизить броню. Потому что она потом за 2 крита в лесу отрегенится. Вампиризм со 2 скилла нынче сниженный, но, как видите, хватает. Тем более он с Паладин Свордом играет. И пошли в Решпит. Ему Аегис точно необходим. С тем, насколько без тормозов он играет. И это причем минимал хорошо, но...
Ну ладно, как же чё. Слот есть вместо БКБ. Сырок, мне кажется, взять ему тоже нужно. Ну, сыр будет... Ну, слот БКБшки потом. Да чё ты такое? Мало. Если во время файта БКБ профитнее будет, мне кажется, чем сыр. Переложить. Имею в виду, когда он нажал БКБшку, сыр в слот БКБшки. А. Учитывая, что там станов нет, он спокойно сыр нажимает. Ну, там один стан, это Марси. И то не самый убедительный из. Ну, разве что так, да. Что это было? Барак. Я Марси просто смаканули. А, нет, третий скилл, возможно, сам закончился. Или там 21 была, не суть. Все, забудьте, что я говорил. 25-й бы чуть-чуть добить. И тогда будет прям максимально заряжен, чтобы игру заканчивать. А Егис. 25-й талант. Весь нетворс мира. Так, что-то интересно этот фантом... Ой, спектра придумывают. Шарт есть, мать, я поспешил. Но спектра все равно нереально живучая. МКБшки нет? Сколько можно миссовать? Чё-то миссов слишком много. Зато панкалер не миссанул. Слушай, мы реально могли смотреть киллов сейчас на 35 на 36, если бы... Кому-то было не безразлично. На то, что мы когда ждем. Ну да, тут мог намного больше набить. Но все равно. Я не помню, когда мы последний раз настолько много видели киллов, участий. За такое короткое время, именно. В часовых играх там много киллов бывает. Да все равно, вот даже 30 киллов, я не помню. По-моему, на Вивере мы смотрели последний раз. А на Эмбере разве не 30-ка была? Не, 25. А, точно, 25. Там еще на Бриве шрифт такой странный. В часовой игре причем. На Вивере резню мы нереальную смотрели, да. А, это байтл. Имя. Мог прыгнуть вместо Блюра. БКБ сейчас переложит. На самом деле даже хорошо, что он тут на фидонал. Слушай, что манты, что Эбисл, мне кажется, хуже, что Аганима, что Сатаника. БКБ вообще не торопится. Ну, в принципе, правильно. Так, и Мегасы. Теперь можно не бояться фидить. 33 килла по итогу. Да блин, сколько там гастов. Причем Нулифайр Бивер на себя взял его покупку. Там, может, не стоит? Мне кажется, не стоит, потому что он без таланта на мясы. И криты не хочет. Не сван, ты поспешишь. Это было настолько плохо, насколько возможно. Но еще на криты не проперло совсем. Чтобы его сделать или нет? Без ПКБшки, мне кажется, не стоит. С БКБшки, что он там набьет. Давай плюс 60. И еще десяточку сверху. Как раз посмотрим, куда он карту наводит. Вальтап наводит. Так, за Нулифайром пошел. За Аганимом. Как он навязчиво пытался взять. Не дали рецепт продавец за скамом. О, коварный продавец. Коварный. Спел призма, ничего себе, чего выбрал. А спел призма, кстати, после того, как Аганим изуродовали, вообще интересно выглядит. Ой, красотища. Вообще не дал пошевелиться в спектре. Так что идеально, причем все тайминги совпали. Ваш Эбисал, крит.
Есть БКБшка. Спеши. Ну, тут под БКБ, под фавора. Но мистер Мораль, кстати, реально ни разу даже намека не было на то, что мистер Мораль может сдаться. Блин, вот опять два фрага не достаются, жалко. Это реально... Настолько блин, близко, но... к ракету. Тут как минимум 45 должно быть, как по мне. Мне кажется, в районе 42-43. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Отдельное спасибо, разумеется, за лайки и мир вам.